2000 проектов получили материальную поддержку за 10 лет существования конкурса «Православная инициатива». Участие в программе приняли десятки тысяч людей. Такие данные привел патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Подробности в материале Галины Ледвиной. Заседание Координационного комитета проходило в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре. Этот совещательный орган при Святейшем Патриархе координирует и руководит деятельностью международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива», который из регионального проекта Нижегородской области вышел на общецерковный и общенациональный уровень и при сравнительно скромном бюджете за 10 лет поддержал 2000 проектов, участие в которых приняли десятки тысяч людей. Эти люди вносят свой весомый вклад в социально значимую работу. Окормление больных, инвалидов, сирот, заключенных. Они содействуют приобщению подрастающего поколения к духовным идеалам, воспитанию молодежи, верности, нравственным традициям, которые связаны с нашей культурой, историей и с верой. Их трудами ведется христианское просвещение современников. В совокупности эти люди представляют собой активную силу, способную помочь нашему обществу в преодолении трудностей и внутренних средостений и разрешить многие социальные проблемы. Патриарх подчеркнул, что конкурс научил многих участников правильно организовывать проектную деятельность, выразил обеспокоенность тем, что многим достойным проектам сегодня приходится отказывать в финансировании, и сказал о необходимости искать источники средств для пополнения грантового фонда. Патриарх попросил преосвященных владык и региональной власти обратить особое внимание на организаторов проектов, получивших гранты. Поэтому я хотел бы обратить особое внимание преосвященных владык на то, что это определенный кадровый резерв. Лидеры, инициативные люди, которые выигрывают проекты и которые способны дальше в соработничестве с епархиями на разных принципах. Это может быть и профессиональное соработничество в качестве штатных работников, это может быть и просто сотрудничество. Но такие люди могут и должны содействовать развитию социальной нашей деятельности. И не только информационной, и всех образовательной, и всех тех, о которых мы сейчас говорим. С докладом об итогах реализации грантового конкурса «Православная инициатива» в 2013-2014 годах и перспективам его развития выступил исполнительный директор Координационного комитета, генеральный директор корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Он особо отметил активизацию конкурса в регионах, которые посетил Святейший Патриарх. Также на заседании отметили, что с прошлого года активное участие стало принимать дальнее зарубежье. Был затронут вопрос участия в конкурсе малых городов. Патриарх поддержал это начинание и внес ряд предложений по взаимодействию церкви с экспертным сообществом в рамках конкурса и работе региональных координаторов.